Минигэс планирует возвести в Алматы. Гидроэлектростанция должна обеспечить бесперебойную поставку электроэнергии для комплекса Медео. Станцию в Казахстан поставит российская компания «Росатом». Об этом нашему телеканалу в эксклюзивном интервью рассказал президент «Росатом» международная сеть Александр Мертен. Уже подписано соглашение, а специалисты изучают местность и готовят предложения. Подобные же конструкции специалисты «Росатома» планируют возвести и в других горных районах страны. Прежде всего в южных регионах Казахстана, где гористая местность, здесь много рек, вот этих наших проектов совместных. И это все мы, конечно, собираемся делать совместно с нашими казахстанскими партнерами, вот, что, безусловно, и будет взаимный интерес и взаимная выгода и у партнеров в этих проектах, ну и прежде всего, конечно, с точки зрения экономики самого Казахстана, то есть обеспечение возрастающих потребностей промышленности и населения Казахстана в источниках, дешевых источниках электроэнергии. Александр Мертен также рассказал о том, что в рамках Экспо в Астане будет работать специальный павильон «Атомная энергетика», созданный силами казахстанских и российских атомщиков. Детали раскрывать он не стал, но отметил, что его обязательно стоит посетить студентам и школьникам, которые видят свое будущее в сфере мирного атома.